такая тростница с грибами. Пока ни одного подъемчика, но уже уходили, все прочесали. Осталось расчесать метров 700-800 первого загона. Всем привет! Погодка, конечно, парит, душно перед дождем. Ничего, выходные пропускать нельзя. Нужно охотиться. Как бы это ни было результативно, не результативно. Дождь, не дождь. Собакам надо давать на гонку. Так что как-то так, всех с открытием охот по копытам. Многие только сегодня первые дни открываются. До 15-го было запрещено, с 15-го до 1-го некоторым бригадам. Ну вот, так что как в старину, 1 октября открывали, сегодня всех с открытием. Все, всем до встречи. Вот такая красота в лесу.